18 мая в молодежном центре «Этаж» подвели итоги работы школьного ученического самоуправления. На мероприятие пригласили главу района Адама Джарима, первого заместителя главы администрации Марина Наумейко, начальника управления образования Любовь Масько и лидера самоуправления общеобразовательных учреждений района. Специалисты по молодежной политике подготовили отчетный фильм, который создал праздничную атмосферу. Глава Северского района обратился к молодежи со словами благодарности и уверенности, что будущее района в надежных руках. Огромное спасибо вам, вашим родителям, за воспитание. Я уверен, что каждый из вас будет личностью и достигнет очень больших высот. Впереди каникулы, впереди экзамены. Всем желаю успехов, всем желаю благополучия. Вы должны понимать, что мы надеемся на вас, что вы окончите школу, окончите высшее учебное заведение, вернетесь в свой родной район и будете дальше руководить районом, кто-то врачом, кто-то учителем. Любая специальность хороша, если это идет от души, от сердца. Поэтому успехов вам по жизни, здоровья, счастья и благополучия. Под бурной овацией глава района вручил дипломы победителям в рамках районного конкурса на лучший орган школьного ученического самоуправления. Подобные встречи с активной, талантливой и целеустремленной молодежью проходят не первый год и стали доброй традицией.